Всем привет! Сегодня я хотел бы вам рассказать, показать и полностью вас убедить в том, что последняя серия Need for Speed полное говно, которое себя никогда не оправдает. Это тупая аркада. Я ожидал, конечно, лучшего, но поиграв буквально 10 минут, этого достаточно, чтобы убедиться, что это реально говно, которое не стоит качать даже. Не пытайтесь, если вы еще не играли. Не красивый заставочек, конечно. Которые ни хера не пропустить. Как будто я не знаю, что предлагают играть. А, вот он, да. Ревентон. Конечно, это круто, гонять на Ламборджини. Я отключил музыку в игре, потому что она заглушает звуки мотора, и вообще ездить я не представляю как. Все эти заставки вообще ни о чем. Так же, как и сама игра. Вчера игра была еще на русском, сегодня она уже на английском. Так как я держу одной рукой фотоаппарат, соответственно, я не смогу использовать азот, но он нам и не нужен. Машина едет просто как по рельсам, соответственно, тебе дают за каждое касание об забор просто какие-то нереальные 2 секунды. Я также не могу использовать ручник, потому что у меня одна рука занята. Поэтому будем справляться с стандартным управлением. Мигалочки, конечно, такие тоже понтовые. Вот, пожалуйста, 2 секунды. За что? За то, что я поцарапал дверь. И вот так бывает, если отвлечься на пару секунд. Это наша Ламборджини, который просто как ебанутый несется по трассе. Типа мы играем в перехватчика. Уже время пиликает, а мы еще даже не доехали до финиша. И вот что меня бесит, просто едешь напрямой, и вот тут в конце уже, когда всех поймали, вы просто встаете перпендикулярно, и типа вы самый лучший захватчик. И вам надо за это дать медаль. И И вот так вся игра, я так понимаю. Соответственно, надо до 20-го левела так дойти. Ну, блин, парни, я не знаю, конечно, каким надо быть задротом, но...